Первая улица, которая подверглась укладке выравнивающего слоя асфальта – проспект Мира. На участке от улицы Невского до Кузнецова. Контракт стоимостью 24,5 миллиона рублей рассчитан до середины июля. Но перед подрядчиком поставлена задача завершить работы к празднованию столетия Котласа, то есть к 11 июня. В муниципальный контракт вошли не только дороги общей протяженностью 3 километра, но и тротуары – около 2 километров. Пожалуй, самая интересная информация для горожан, которая, несомненно, порадует не только автомобилистов, но и жителей южного микрорайона города. В этом году, наконец-то, будет отремонтирован многострадальный участок дороги по проспекту Мира от перекрестка на 70 лет Октября до Южной Котельной.